Замри. Пацаны, чё у вас тут такое, а? А, пацаны? Чёрт, Кевин! А чё вы где? Ёбан в рот, блин! Твою мать, Кевин! О, бля! Привет! Отпусти! Сука! Твою мать, Кевин! Сука! Ё-моё! Крис! Чёрт. Блядь! Да. Что делать? Она у него... Его унесло, ты видел? Нет, блядь, не видел! Давай быстро! Так, сейчас, подожди, я сейчас поднимусь, подожди, сейчас. Так. Сука! Крис! Блядь, Кевин! Блядь! Нет. Я иду, подожди. Сука. Какой же ты долбоёб. Блядь. Пиздец. Всё, я иду. Как? Так. Крис, какого хуя я не попал? Какого хуя ты не попал? Погоди, так. Блядь. Смотри, там вроде что-то... Мост, да? Все, забей! Все, он мертв, мы не переберемся туда. Да всё, не мертв он, подожди, ты успокойся. Как? Успокойся. Все, пизда. Спасибо, блядь, за. Все, успокоился. Как, блядь, отрезало? Да нет, нихуя! Господи. Блядь! Слушай. Чувак, все, мост обрезал. Это конец. Надо просто. У меня есть идея. Все. Помнишь, я говорил, я был плотником. Да, блядь, боб-строитель, ну. Ну, сейчас мы с тобой сходим, наберем материалов и что-нибудь соорудим, переберемся. Ты что, блядь, предлагаешь лес валить? Чувак, Кевин, все, он мертв. Ну какие варианты у нас еще? Все, больше нет никаких вариантов. Сейчас быстро мы все это сделаем. У меня топор есть. Сука. Все, это пиздец. Все, нас теперь двое осталось. Дружище, да давай, соберись, пожалуйста. Блядь. Надеюсь, что он хотя бы жив еще, но... Блять, хотя мне бы кажется, нужно, хотя бы я блять, хочу отомстить хотя бы. Не, ну, блять, это пиздец. Блять. Черт. Похуй, нюню, блять, тут распускать, все, пошли нахуй, все. Идем. Блять, Кевин, нет, черт, вот как какова вот вероятность, что, блять, сука. Ну слушай. Пиздец. Да выживет, все хорошо. Да нихуя. Все, это конец. Все. Кевин да выебался. Блять, ну какого хуя? Сказали же ему там стоять, ну еб твою мать. Блять, нет, чувак. Все. Бедный парнишка. Это конец, блять. Это, блять, конец. Кевин, какого хуя? Черт, не надо было ему оставлять это вино или что это. В голову, наверное, ударило сильно, и вот он. Блять. Так, короче, смотри, вот здесь, в принципе, как раз можно нарубить, я думаю. Погоди, блять, Кевин, какого хуя? Блять. Ладно, как да. Да заебись все. Пошли твои ебаные деревья. Так, смотри. Что? Вот, неплохое дерево, в принципе. Охуенно. Значит, ну, так и... рубим одну сторону, да? Вот. Так, а видишь? Мне-то что делать? У меня топора нету. Ну, топор один. Так, ладно, короче, раз топор у меня, давай придерживайся, чтоб оно вот туда, в ту сторону упало. Придерживай, блядь. Что, я тебе нахуй Халк, что ли? Бля, ну вот, повалили мы твое дерево, ну и что дальше? Так, значит, сейчас листву разрубаю. Ага. Здесь вот. И что дальше? Так. Ну, пополам, я думаю, порубим и сделаем палок. Что ты вообще собрался делать из этого? Блять. Новый мост, что ли? Да. Сделаем мост. Ебать, ну ты, блядь, плотник. Ну давай.
блядь, делай, заруби это дерево. Я помогу, конечно, чем-нибудь, не знаю. Чем помочь-то, ну? Ты помоги мне потом все это перенести, вот, единственное, что. Ага, окей, давай, хорошо. Так. Эй, Крис, ух, нихера ты. А? Чё? Ты чё, плотник, это... что ли? Реально? Ну, чё, нет, да, я ж сказал. Так, я думаю, этого хватит, да? Хотя ты-то... Ты, чувак, да, ты в принципе... за такое время уже столько нарубил? Так, там у нас где-то... метра три, да, может... четыре максимум. Я думаю, хватит. Я не понял, так как этот мост выдержит? Да выдержит. Ты сколько весишь? Да я не знаю. Кевин где-то под... 80-90. Так, ну короче... Да я думаю, выдержит. Я... Просто будем по одному идти, и все нормально. Окей. Я там опорки сделаю. Так. Помоги, короче, все это перенести. А, окей, давай, это сейчас я... Давай возьмем и по одной тогда перетащим, да, туда? Ага, давай. Ага, так, сейчас. Хоп. Крис, ну чё, как дела? О, сейчас, погоди, нихрена ты тут сделал. Чё-чё? Стой, тут дальше не получится. В смысле? В смысле, что может обвалиться все. Надо, короче, не знаю, прыгать, что ли, придется. Прыгать? Наверное. Чувак, ты... Ох, ёп. Бля, я высоты боюсь. Ти, ну ты пос... Блядь. Не, не, ну может, ты посмотри. Бояться. Так. Ты серьезно? Прыгать? Смотри, если зацепиться за тот мостик, то... Главное, чтобы он не был слишком гнилой, иначе... Иначе, ну, иначе, ну, знаешь, такое. Может, ты не будешь с краю стоять? Мне за тебя страшно, блин. Так, ладно. О. Ну, слушай, вроде не шатается, ничего, нормально. То есть вот да. Эти стройматериалы, пофиг, пусть лежат, да? Ну да, пусть. Да что, я тут больше ничего не могу придумать. Блин. Я ж не инженер какой-то, я просто плотник. Ну, плотник отчасти инженер. Или нет? Ну, не знаю. Окей, так что? Это, прыгать что ли, да? Ну, ты уже готов? Я... Ну, знаешь, типа... Это, так, старшим ну, надо может... уступать, ну, все такое, но... Бля. Смотри, может посветить как-то, ну, чтоб ты точно... Да я мой мастер по прыжкам, блядь, с фонариком. Нет, нет, хуйню не... Все, меня Кевин укусил, я не могу соображать. Блядь, ладно... Я могу попробовать прыгнуть, но если я разобьюсь, то ну, это будет... Ладно, это будет моя вина. Окей, ладно. Окей, ладно, давай я попробую. Как бы так... Полетел. Как бы так, блядь... Не, вниз, в смысле, или куда, или... Нет, конечно, на ту сторону. Давай. Бля, ну знаешь, ну такое. Ладно. Немножко разомнись и все. Давай. Ой, бля. Ладно, я постараюсь. Как бы так взять разгончик-то, чтобы не соскользнуть. А, насрать! Так, давай, яйца в кулак. Раз. Два. Три! Вау! Сука! Ух, блин! Ты как, нормально? Ты круто я! Красавчик, так. Блядь! Теперь я. Я чуть не обосрался, слушай. Бля, ладно, это круто. Давай! Стой, я в детстве ногу ломал левую. А я руку правую. Ну что, готов? Да. Ну давай тогда. Посторонись. Окей. Черт! Все нормально? Да. О, бля, чувак, стой. Бля, а как мы обратно-то пойдем? Мне показалось, я что-то уронил. Бля, да ладно, чё ты уронил? Да нет, может показалось. Я тоже звон слышал, как может ключи какие-то? Не знаю, ладно. Блядь, не об этом! Кевин! Так, черт, я забыл, надо быть осторожнее здесь. Ты посмотри. Это что за срань? Ну-ка я поярче вклю... Ёбаный. Это долбаная шахта, слышишь? Чувак, может это одна из...
Ты что-то подобное видел? Да, это очень похоже на то место. Окей, давай я первый спускаюсь, ты за мной тогда, окей? Не удивлюсь, если все это одна система пещер. Слушай, может не надо так орать? Давай ты возьмешь пушечку и... Бля, пойдем искать Кевин. Все, готово. Окей, давай, я первый. Давай. О, ну что ж, народ, погнали. Ох, бля, вроде нормально. О, фу, бля. Я иду. Давай. Давай, аккуратнее только. Фу. Ну что там, Крис? Воу, ты как спецназовец, блядь. Спасибо. О, Кевин, да, давай, мы идем, бля. Так, надо нам найти его следы. Чувачок, смотри, что я нашел. Кажется, я знаю, как мы будем обратно выбираться. Лестница. Да, поставить ее туда, и просто мы спустимся. Ну да. Или доски эти оторвать. Бля, смотри, сколько-то. Ё-моё, блядь. Ты по... Ой, бля, ты смотри. Проблем не возникнет. Крис. Что тут? Это что за нахуй? Видишь? Ёб твою мать. Это труп, что ли? Это скелетончик. Я таких уже видел. Сколько он же здесь лежит? Да бля, ну достаточно. Бля, в какую сторону нам идти, чтобы... Ух, ёба. Крис, ты посмотри. Это шахтёр или... Тут развилка, в какую сторону нам идти. Блять, в какую сторону эта сука потащила Кевин? Чёрт, смотри. Я, знаешь, никуда бы не пошёл. Вон, зацепка. Кевин. Видишь? Это винишко? Это бутылка Кевина. Чёрт. Давай туда, быстро. Бля, смотри. Блять, еще один. Фу, чёрт, как-то я... Отвык, да, такой хуйни? Ну да, человеческий все-таки. Бля, смотри, тут еще какая-то... Это что, бык, корова? Кто это? Да, что-то такое. Так, окей, улика, бутылка Кевина. Сука, давай искать его быстрее. Бля, я не могу поверить, что он сдох. Ну так же не было. Интересно, намеренно оставил ее здесь? Может, она выпала? Не знаю. Может, да, это... может. Может, это, блядь, не знаю, он... Рыгнет как-нибудь на это, на Виндиго этого, и он... Чёрт! Что такое? Ебать. Ух ты, ёб твою мать. Крис, это что за нахуй? Это долбанный алтарь, как будто. Ты не смотрел, что ли, фильмы про этих всяких сектантов? Ёб твою. Сектант? Ты когда-нибудь видел такое у них? Нет, никогда не видел. Вообще? Чёрт, они... Если это сделали они сильно уже развились. Посмотри. Ты, блядь, это человеческие головы. Это мне напоминает, знаешь, какую-то религиозную херню. Да ладно, Крис, а в логове нету такой херни? Да нет. Может, я просто не замечал, темно было. Блядь, вроде не было. Я бы не стал светить в логове. Смотри, тут какая-то книга, может, прочтешь что-то? Книга? Это что, они что ли написали? Я хуй знаю, тут еще какая-то карта. Блядь. Так, ну-ка. Так, посвети. Да-да, вот, конечно. Блядь, чувак, я пока буду смотреть по сторонам, мне стрёмно здесь. Слушай, это... Это похоже, знаешь, на какую-то статью. Тут написано 1952 год. И чё? Так, это все. Так, вот. Пропажа 30 шахтеров. 30. Было найдено только 15. 15. Остальные пропали без вести. Так. 30 так. Шахтеров. Стоп, Крис! Пожалуй, можно забрать с собой, это пригодится, я думаю. Да, окей. Забери с собой, ты же там, блядь, это всякой этой херней, фигней занимаешься. Да. Блядь, чувачок, не. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Ёпта, как же тут боль. Блядь. Смотри, ну тут можно просто анатомию изучать по этим черепам. Ты думаешь, это они все? Ух ты, боже. Шахтеры? Да, по-моему, тут больше голов. Ну, да. Кого тут только нет.
Тут нету кого-нибудь, вот. Кого бы ты знал, нет? Ну, вообще, тут черепа одинаковые, блин. Ну, может, там какие-нибудь, не знаю, отличительные черты. Не знаю, был, конечно, Билл, у которого была, типа, такая кривая, что ли, голова. Ему как-то бревно на голову упало, и, черт, он чудом выжил тогда. Блять, бревно. Его бывший, что ли? Черт, не. Мы тогда на лесопилке еще работали, молодые. В молодости было. То есть ты, блядь, плотник вообще заядлый, да? Ну да. Я уже потом, знаешь, сначала-то просто пилили лес, а сейчас, после этого я уже начал всякие стулья, мебель там делать, ну и по мелочи, и баньку построил. Да не об этом, черт. Бля, чувак, да, мы что-то разговорились, эта пещера как-то влияет. Знаешь, здесь какая-то атмосфера, ты стоишь, и, блядь, это на самом деле страшно, когда вот эта вся хуйня на тебя смотрит. Да. Так стоп, это какой-то тупик, какой-то алтарь с тупиком, куда делся, бля. Чувак, давай-ка поднимемся и посмотрим снова на улики. Так, бутылка Кевина. Челик, у которого оторвало башку. Какой-то детектив уже. Так. Блять, коровьи рога. Ну. Коровьи рога. Ну, я думаю, это ненамеренно здесь оставили. Субня, ну ты вообще, Крис, ты видел вообще размеры вот этой вот шахты? Ну. Бля, тут есть лестница, может спустить. О, не-не-не. Она сломана. Твою мать. Как-то там слишком темно. Слушай, они умеют лазить по потолку, там, по стенам? Да, конечно, умеют, черт. Я просто засмотрелся. Бля. Как раз-таки на потолок, нет ли их там? Крис. А? Смотри. Вот что вот эти цепи, да? Ага. Вот делают здесь, не знаешь? Я просто много в каких пещерах уже видел такие цепи. Так. Слушай, боюсь предположить, даже не знаю. Может, они что-то типа как-то связано с укреплением, ну, знаешь, чтобы не обвалилось, хотя смысл какой в этом. Или просто, ну, типа, они, знаешь, цеплялись за эту цепь, а видишь, доски напротив. Ну. Наверное, как-то укрепляли. Может быть. Стоп, а может просто. Блядь, смотри. Цепь, чувак. Цепь. У меня какие-то больные фантазии сейчас лезут в голову, типа челика подвесили, и у него башка оторвалась. Ну это жесть. И ты думаешь, эти твари что ли это сделали? Ну не знаю. Хер знает. Они какие-то, если так, то они... Смотри, это что там такое? Это что там такое? Где? Вон, видишь? Какой-то пароход? Да. Что-то просто тупиковый какой-то, типа. Не знаю, давай посмотрим. Давай. Как сюда вообще добраться, чувак? Только вот если вот пройти... Главное не раздавить этот череп. Вот как-то так. Так. Крис, смотри, это что за нахуй? Осторожно. Ты ничего не слышал? Что? Так, я думал, мне показалось. Как-то здесь потеплело, что ли, немножко, нет? Да, как будто... Блять, фу, воняет каким-то пердежом, блять. Может, они здесь испражняются? Фу. Бля, по-моему, это Кевин. Да? Черт. Чувак, смотри. Какой-то спуск. А? Так, осторожнее. Бля, какой-то звук на рожок похож. Как будто Кевин. Давай здесь попробуем спуститься. Мне тоже вроде показалось. Давай. Смотри, еще одна лестница. Так, если что. Ну, слушай, мы наверх ее не сможем, мне кажется, поднять хотя. Ну, разве что, чтобы подняться самим, наверх ее поставим. Тихо. Чтобы
Может, эта тварь это рычит просто, нет? Неправильно. Нужно вот так. Что? Во, красавчик, правильно. Кевин?